Що ж, доброго ранку. Дочекалися гості, Женечка Бардіна, наша колега відома, журналіст, можна буде називати журналістом, бо все-таки колеги, і просто гарна красуня. Доброго ранку, дякую, що прийшла до нас в студію. Помахаю. Будемо говорити на цікаву тему про щастя. 100 днів щастя. От завжди вже нічось таке оригінальне, цікаве, незвичайне. Що це за проект? Хотілося б дізнатися про це. Собственно, проект начался 1 января этого года. Я в прошлом году, Facebook, знаете, такая есть у него привычка, он напоминает про посты прошлого года. И как-то 1 января я захожу в Facebook, и он мне напоминает, что в прошлом году я уже начинала проект под названием «100 дней счастья». И сознаюсь, я тогда выдержала что-то около 10. Причем отличие этого проекта было в том, что я отмечала людей в этом посте, каждый день спрашивала, а что сделало счастливым вас? И год, который начался с такого проекта, был невероятно успешным. Я совершила очень много вещей, о которых только могла просто мечтать. Это просто невероятнейший год. И я подумала, вот если у меня проект, который продлился 10 дней, десятую часть, дал такой заряд на весь год, то почему бы не создать такой полноценный проект? Mm-hmm. Собственно, вот так началась идея. И я написала пост об этом в Фейсбуке, пригласила вместе со мной. И на удивление, ну как на удивление, уже к тому моменту у меня уже было достаточно два успешных проекта, антирафинированная жизнь и преображение, ко мне присоединилось опять огромное количество людей. Причем посты про счастье мелькали у меня в ленте и на французском, и на английском, и на немецком, и на русском, и на белорусском. Я поняла, что женщины хотят быть счастливыми везде. Конечно, я понимала в основном только те, что на английском, а на немецком слово «глюк». Ну, как бы это значит «счастье». Я там понимала, о чем они речь, но 100 дней, и посты, в которых меня отмечали, я понимала, что все идет как надо. Собственно, вот так родился этот проект, и уже 70 дней мы только что с вами подсчитали. Да, что не порахували, 70 дней счастья. А в чем концепция? То есть приедутся люди и делятся своим счастьем, да? Не совсем. Понимаете, может быть, вы слышали такую фразу, она сейчас достаточно заезжена в социальных сетях, что каждая мечта дается вам с ресурсами на ее исполнение. Ну, казалось бы, просто пафосная фраза, по сути, это очень магическая фраза. Я не шучу сейчас. Когда человек начинает о чем-то мечтать, он создает, ну я не очень люблю произносить слова с большой буквы, знаете, как любят вот эти коучи, там, счастье. Но в данном случае именно с большой буквы слово намерение. Не в том контексте, который мы привыкли, а это какую-то, допустим, ну, чисто образно, какая-то структура, которую человек питает своим желанием исполнить эту мечту, а в ответ это намерение создает вероятности для сбычи мечт. И вот маленькие мы мечтаем о чем-то, мечтаем отчаянно, но нам не удается. Что происходит? Во-первых, ребенок перестает привыкать побеждать, да, он понимает, что его мечты не исполняются. А во-вторых, как ни странно, всю свою неосознаваемую часть своей жизни он тратит эту энергию на эту мечту. Например, вы в детстве очень мечтали о машинке на пульте управления, и у вас ее не было. И часть вашей энергии тратится на то, что вы продолжаете где-то... Есть маленький мальчик с вашим именем, который мечтает об этой машинке и тратит энергию на эту мечту. Как только вы закрываете эту мечту, как только вы ее исполняете, энергия высвобождается и тратится на то, что сейчас для вас более актуально. Так у меня было с куклой. Так, ось яку ви тримаєте, не просто ж так, вона зараз така гарнюська, і в неї ім'я, давайте присирись. Я її називаю Лейла. Лейла, вау. Да. Мені дуже подобається це ім'я. В дитинстві у мене була кукла. Мне ее подарили, она была огромная, мне казалось, она безумно классная. Она была в русском костюме с такой косой. Ну, собственно, мне 32, в то время это большая редкость была, такие куклы. Ну и мои родители поставили ее условно на пьедестал. Она стояла на достаточно высоком месте, мне не разрешали с ней играться. Естественно, в те редкие минуты, когда мне дали такие поиграться с этой куклой, я оторвала ей косу, потом приклеила на суперклее наполовину головы, чтобы родители не заметили, естественно, все заметили. И как бы эта кукла для меня символ такого желанного, имеющегося подарка, но который я фактически не держала в руках. Я даже не осознавала. Мне 32, я не осознавала до такой степени, я хочу куклу. И проект начался с того, что я посоветовала своим участницам выписать свои детские мечты. То, чего хотелось. То вот просто, что зажигало. То, что сейчас уже не актуально, например, стать космонавтом, можно смело вычеркивать. Ну, или же, если хочешь, смело идем к этой мечте. То есть это все на рассуд зрителей, да? И оставить те мечты, которые сейчас все еще зажигают. У меня вот такая мечта была, одна из кукол, и я написала снизу, если вы видите чей-то список, и вы знаете, как его исполнить, пожалуйста, исполните, сделайте, посоветуйте человеку, где взять эту куклу, посоветуйте, где можно реализовать. И вот эту куклу мне первым делом прислали в рамках этого проекта.
Это была кукла, это прислал человек из Києва, так. І, собственно, давайте ще повернемося до кукли. У нас є фото, от ми назбирали з ваших соціальних мереж, що я не бачив, ну ми знову таки до них ще повернемося, ще будуть фото, ну, давай, будемо сказати. Ну, собственно, про куклу, це все, тому що цей чоловік прочитав мій список, позвонив мені, сказав, хочеш куклу? А я все одно переїжджаю з одної квартири на другу, у мене є новіша кукла, хочеш? Звичайно. А ось собачку ми ще бачимо. Собачка не моя, але я завжди мечтала потискати іменно собачку цієї породи. Я насмотрелась фільмом. Я теж про це мрію. Да, это тоже во время одного из моего вояжа. Я заехала в гости к друзьям, она говорит, мечтала, знакомься. Да, и я просто обнимала, целовала. Это была просто моя такая реализация всего, о чем я мечтала в тот момент. Совокупность любви, нежности и счастья. И вы знаете, когда освобождается действительно эта энергия, те мечты, о которых сейчас мечтают, реализовываются просто со скоростью звука. Это действительно магія, я зараз не шучу. Дійсно магія, ну, да. Ну інакше слово просто підібрати неможливо для цього. Потрібно спробувати і нам. Надо, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, начинайте свої проекти з щастя. Мені пишуть, ой, я тільки прочитала, можна к вам присоединиться? Да можна, нужно, пожалуйста, неважно, у мене 70-й день, я даже дати не ставлю. Я прекрасно понимаю, що в конце марта проект условно закончится. Ну, це таке условне окончання. Я так думаю, що це умовно, да? І 1001 день щастя, що так попереду. Каждый день очень важно задавать себе вопрос, а что сегодня сделало меня счастливым? А какое открытие сегодня со мной произошло? А какой внезапный ресурс я сегодня получила? Какой внезапный подарок? Это может быть какое-то новое знание, это может быть какое-то новое открытие, новое знакомство. Да что угодно, ресурсов полно. И каждый день Вселенная вам дарит их. Но мы не всегда не замечаем их, мы всегда думаем, да ладно, ну как бы, ну окей. А ведь ты исполнила мечту, это огромный ресурс, и при этом тебе еще что-то подарилось. И просто я же говорю, мне очень многие пишут, вы напоминаете комету. А действительно, вот этот толчок, который происходит, когда ты закрываешь свои мечты, ты не тратишь на них энергию, ты можешь сделать что угодно. Вот правда, это вот энергия всевозможности, вот она просто переполняет. Просто варто налаштувати себе на це, повірити, а не «а, нічого не вийде». Да. А ви можете даже скептически. Вот, знаете, я так люблю спори. Вот можем поспорить. Давайте, 100 дней счастья и возьмите 100 мечт, о которых вы вот просто мечтали с детства. И я вам закрою одну из них. Вот вы напишите список у себя на Фейсбуке, я выберу, сразу напишу, и когда вы исполните 99, я вам к 100-му дню подарю последний. Ирочка, треба пробовать. Треба пробувати, так, обов'язково. Ти тільки подивись на Женечку, вона просто сяє від щастя. Ви щаслива, да? Да. Однозначно. Да. Да. Да, і от сьогодні теж день щастя, да, і я вернула свою любиму студію. Я здесь провела 11 лет. Это тут мои коллеги. Я пока бежала на эфир. Я всех встречала. Вы можете заметить по красной помаде на щеках сотрудников, что я пробежалась по коридору. Всех очень рада видеть. И еще особое значение этой студии. Здесь впервые был снят сюжет про мою книгу, когда я уже впервые выступила в новой роли, в роли писателя. И я бы хотела сегодня подарить экземпляр. Я знаю, что уже не осталось. И те, кто видит этот экземпляр, нет, больше книг нет. Это сразу было отложено. Для вашей студии, для вашей редакции утренних программ. Со мной огромной благодарностью и нежностью, не только потому, что я когда-то была частью этой редакции. Так это же первое наше счастье сегодня. Это счастье, действительно, потому что нашумевшая такая книга в нашем месте. Спасибо большое. Да, поэтому вот вам. Я потом после эфира сразу подпишу, потому что я с огромной благодарностью и нежностью. Угу. А от розкажіть, от скільки, ну, приблизно людей вже добавились до вас? Ви маєте в виду людей, які реалізовували мої мечти? Так, так. Мої мечти реалізувала, наверное, чоловік 30. Это разные подарки, которые мне дарили, мне писали картины на память, мне дарили путешествия, мне звонили, говорили, ты хотела там покататься на роликах, приезжай, там все оплачено. Там. Или мне позвонил мой брат и говорит, мы идем в секретную комнату, ты хотела пойти в секретную комнату. Ну и такие вот штуки, очень много людей, которые вот просто ставили перед фактом. Или приходи на новую почту, забирай. Что забирай? Вот тебе новый мир перевода, все оплачено, забирай. Круто, просто, это просто очень магия, классно магия. В других странах, я в других городах, во Львове. Меня пригласили на замечательный день тела, ну, это, получается, был семинар тела и подсознания, это во Львове, я шикарно провела время, приехали мои подруги из других городов для того, чтобы провести время со мной, и это тоже считаю счастьем. То есть это было просто, знаете, такое ощущение, что все происходит просто как по маслу, все, о чем мечталось, происходит. Главное, о чем хочу сказать, что начинается исполняться главная мечта, я ей давала 2 года, я очень четко ставлю себе планы, я поставила себе план на 2 года на исполнение этой мечты. Что
оце за мрія? Ви нам скажете? Не розкажу. Ну, вона вже 16 июня 2016 вона исполнится. Не через 2 года, не 1 января 2018, а через полгода создались все возможности для ее реализации. Все, о чем мечталось, все уже сплелось для того, чтобы она реализовалась. Ми просто повинні запросити вас до нас ще на прямий ефір, коли мрія здійсниться 18-го. Вот. А кроме меня, женщин, которые присоединились к проекту, то есть для, со своими днями счастья, по-моему, около 300. Вот я так по своей Facebook-ленте смотрю около 300, и я не отслеживала прям конкретное количество, я просто смотрю по разным языкам, что это разные страны, в том числе Турция. Ну, как бы очень много женщин, которые хотят быть счастливыми и осознанно делать шажочки к этому и позволяют другим создавать для них предпосылки для счастья. Вот Боже, так. Яка ты такая все позитивно, классно, мрійниця наша. Отож, мрії, що мають збуватися. Обязаны. Да. Хочу машинку на пульті керування. Да. Це буде така мрія номер один. Я услышал. Я запишу, а потім буду продовжувати. Вот сегодня создавай пост на Фейсбуке, отмечай меня, и я берусь эту мечту. Вот на сотый день я исполню эту мечту, я тебе обещаю. Дякую. Давайте запропонуємо нашим глядачам також зробити це. Підключайтеся, заходьте на Фейсбук, реєструйтесь, пишіть свій список і чекайте на виконання ваших мрій та бажань. Це ж таке взаємопоєднання людей, да? Да. Таке зближення людей. Тому такі всі далекі там лайкнули на Фейсбуці, а так справу ж робимо спільно. Можна знайти стільки нових друзів. Угу. І друзів, і можна знайти много вдохновення, і можна знайти много общого. У нас є 10 чоловік, які мечтали прыгнуть с парашютом. Мы уже собрались. Да. Там энное количество людей, которые мечтали пойти на танцы. И мне пишут: Женя, мы идем там на танцы тогда-то, тогда-то. Да, в этот день у меня не получается, потому что я в другом городе. Но это здорово, они уже идут. Даже без меня они уже выполняют свои мечты. Там, или Женя, мы идем сегодня, там, едем на карты в Одессу, в Херсон. Я говорю, я уже пообещала, что дам исполнить эту мечту помощнице нашего мэра. Mm-hmm. А Настя, она пообещала исполнить эту мечту, поэтому эта мечта уже занята. Но вы можете ехать, вы можете реализовывать, вы можете исполнять свои мечты, для этого не обязательно должна быть я с вами. Вы уже сделали этот шаг, давайте, пусть эта мечта сбудется для вас. Езжайте, зажигайтесь, реализуйтесь, это круто. Правильно. Я вже одразу захопився цим проектом. Я говорю щиру правду, я захопився, я хочу спробувати. От так наша Женя вміє захоплювати. Да, клас. Круто, дякую. Спасибі. Да. Дуже гарні, як завжди, проекти. І книжка, і 100 днів щастя. Давайте будемо щасливими безкінечно. Давайте не боятися мріяти, адже мрії мають збуватися. Дякую, Женечка, що завітала. Євгенія Бардіна була у нас в гостях.